Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». И не думайте, друзья, это не влог. Буквально вчера был влог, я снял его, отмонтировал. Так что уже, наверное, он вышел. Так что переходите, ссылка есть в описании. Матч «Динамо-Томь» 1:32. Не буду спойлерить, заходите, посмотрите. Но недавно только проснулся и... В голову пришла такая идея сделать, сейчас на ютубе очень популярно среди фиферов, среди тех, кто любит фифу и записывает ее, команды, например, через 5 лет, что с ними будет, какие рейтинги будут у игроков, все такое. Но у меня к вам новая идея, думаю, такого еще не было ни у кого. Что будет со мной через 5 лет? Именно если бы я был футболистом FIFA, создадим меня, добавим какой-нибудь хороший клуб. Ну, естественно, я его буду выбирать, потому что, как бы, что мне душе мило, то и выберу. Ну, и также там уже будем смотреть, какие предложения по трансферу будут приходить. Туда можем и перейти. Так что быстренько сейчас вы увидите, как я себя создавал. И быстренько вкратце, что будет со мной через 5 лет. Поехали! Итак, закончился первый сезон. Барселона стала чемпионом. Преимущество над второй строчкой мадридским Реалом аж в 7 очков. Хороший титул, первый причем для нашего игрока. Суперкубок Испании за Барселоной. Кубок Испании за мадридским Реалом мы вылетели в полуфинале. Лига чемпионов за Дортмундской Боруссией мы вылетели в четвертьфинале. Лига Европы за Вильяреалом, в котором играли Герту 3-0. Криштиану Роналду лучший бомбардир. Гамеро лучший ассистент. Терштеген лучший голкипер чемпионата Испании. Эриксен лучший бомбардир Лиги чемпионов. Роналду лучший ассистент. Куртуа лучший голкипер. Иммобили лучший бомбардир. Бахбек лучший ассистент. И Асенхо лучший голкипер. Итак, сборная России не попала на чемпионат мира, который выиграла сборная Испании. Итак, второй сезон Барселона снова выигрывает чемпионат Испании. Суперкубок снова за нами. Кубок Испании за мадридским Атлетико, мы вылетели в 1/8. Суперкубок Европы за Дортмундской Боруссией. Лига чемпионов за Ливерпулем, мы не вышли даже из группы. Но зато попали в Лигу Европы и дошли до финала, где проиграли по пенальти Бордо. Габриэль лучший бомбардир, Роналду лучший ассистент, Адан лучший голкипер. Родригес лучший бомбардир, Роналду лучший ассистент и Фернандес лучший голкипер. Левандовский лучший бомбардир, Балдедиао лучший ассистент. И Кариус лучший голкипер. Халлер лучший бомбардир. Корео лучший ассистент. Хорн лучший голкипер. Итак, по ходу сезона нам пришло предложение о Дортмундской Боруссии. Я решил принять его, потому что именно в Дортмундской Боруссии молодые таланты очень сильно раскрываются и потом переходят в топовые клубы. Сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы. Итак, по ходу сезона Дортмундская Боруссия неуверенно играла, поэтому нам пришло предложение от Манчестера Юнайтеда, которое мы приняли. Манчестер Юнайтед стал чемпионом. Суперкубок Англии за Челси. Кубок Англии за Эвертоном, мы вылетели в 1/4. Кубок Лиги Англии за Манчестером Сити. Суперкубок Европы за Ливерпулем. Лига чемпионов, наконец-то, за Манчестером. Мы выигрываем первую Лигу чемпионов. А Лига Европы за Миланом. Лучший бомбардир это Антони Марсиаль. Ассистент Каутиньо. Победу сухую больше у Зомера. Лучший бомбардир Мадром.
Марк Уиз лучший ассистент и Де Хея лучший голкипер. Азар лучший бомбардир, Лукаку лучший ассистент, Де Хея лучший голкипер. Брандт лучший бомбардир, Чухалануглу лучший ассистент и Кардинал лучший голкипер. Итак, чемпионат Европы закончился, победила сборная Англии, но сборная России прошла в 1/4. Сезон закончен, Манчестер Юнайтед на третьей строчке, Суперкубок за нами. Кубок Англии победил Кристал Пэлас. В Кубке Лиги Англии победил Челси. В Суперкубке Европы победил Манчестер Юнайтед. И Лигу чемпионов 2 года подряд берет Манчестер Юнайтед, обыграв Ювентус 2-1. А Лига Европы за Манчестером Сити. Лучший бомбардир Антони Марсиаль, Давид Эден Азар лучший ассистент, Тибо Куртуа лучший голкипер. Берани лучший ассистент, Кариус лучший голкипер. Азар лучший бомбардир, Осборн лучший и Адриа. Снова Марсиаль, Икарди и Нойер. Джезус, Хуанми и Зомер. Итак, последний сезон Манчестер Юнайтед становится чемпионом. Кубок Англии за Ливерпулем. Кубок Лиги Англии за Лестером. Суперкубок Европы мы победили 2-1. Лигу чемпионов взял Манчестер Сити по пенальти 5-4. Мы вылетели в 1/8. И Лигу Европы взяла Барселона 2-1 Интер. Марсиаль лучший бомбардир какой уже год подряд. Азар лучший ассистент, Давид Де Хея лучший голкипер. Уильямс, Абрам и Куртуа. Уэлбек, Томлин и Кардиналь. Левандовский, Маркус Решфорд и Кевин Трап. Бейкер, Пардо и Варелла.